больше 10 лет уже здесь живем, и постоянно, пока мы здесь живем, происходит слив канализации. Вот мы находимся в деревне Вилги, по улице Северной. И вот, как вы видите, до сих пор сливается в течение 10 лет и больше канализация напрямую в краснопромысловую реку Вилгу. Плюс засоряется природа, невозможный запах происходит. И писали мы в прокуратуру природоохранную в 2017 году, оштрафовали водоканал на 200 тысяч рублей, насколько мне известно. Но никаких результатов не принесло. Также была комиссия выездная в составе природоохранной прокуратуры, жители деревни Вилги были, администрации Вилгинского поселения. Также были представители администрации Пионерского района ЖКХ. И было решено здесь провести какое-то совещание и выделить деньги на строительство так называемой канализационной системы. Да, то есть было предложено мною, по крайней мере, заложить здесь каскад бочек и в результате в последней бочке запустить бактерии, чтобы в реку Вилгу уже спускалась более-менее техническая чистая вода. Но этого сделано не было. Прокуратура природоохранная сказала, что мы здесь бессильны и движения никакого нет. На данный момент, видите, целая река, извините, канализационных стоков с бактериями, невозможно там загрязнениями, стекает в реку Вилга. Ниже, в 700 метрах от данного места, дачный поселок, который эту воду пьют. Да. Они даже и не знают, что здесь происходит слив, порядка 500-700 кубов в месяц сливается, извините, вот эта канализация. Люди там, да, ниже пьют. Если поймается какая-то бактерия и какая-то палочка, может быть, они уже болели, не знают от чего. То есть, ну, данный вопрос нужно решать.